Захворал и был положен в изолятор, и долго врач мое дыхание ощущал, и было щекотно, и знойно, и приятно, и я потел, я шкварчал, и я дышал. Вот, наконец, из забытия и невиденья полился голос тихо журчащей рекой, и столько нежности, тепла и вдохновения легло на сердце, истомленное тоской. Я пропишу вам стриптоцид с папаверином, пенициллин с бутадиеном вовнутро, гексахлоран с формальдегидным гидроксином и хлоргексана после ночи под утро, ацетилен возвези с гидрокарбонатом, брометилен, фенилфосфат, карбид, бензол, а также псевдоцитрамин с фенилсульфатом, а на закуску метилен, рассульфазол. Дышите глубже и старайтесь спать спокойно, чтоб я под утро отыскать могла кровать. А если будет так мучительно и больно, я буду вам глубокий вакуум давать. Она ушла, и одиночество сорвалось гранитной глыбою к истокам тишины. Я искалечен, где же, доктор, ваша жалость? Мои страдания, кому они нужны? Погашен свет, и я лежу, ногой болтаю. Жизнь поломата, и не стоит ни гроша. Мечты летят за облаками, где-то тают, и горько плачет оскорбленная.